организация вторую центр вакцинации населения от COVID-19. Это связано с тем, что очень много желающих людей в Мелитополе пошло на вакцинацию. Мы это только приветствуем. Мы готовы пойти на любые увеличения бригад, расширение центров вакцинации, увеличение работы центров, увеличение времени работы центров, лишь бы только все население Мелитополя было вакцинировано, для того, чтобы остановить распространение инфекции COVID-19. Сегодня открывается дополнительный центр вакцинации на территории бывшей первой городской больницы в отделении травматологии. Здесь центр будет работать пока с 9 до 15 и работать силами 2-3 бригад. Но если понадобится, мы укрупним и усилим количество бригад и расширим время работы этого центра. Первый центр вакцинации работает на Богдана 46. Время работы его увеличено. Он работает до 18:00. А центр на Богдана 46/9, то есть в травматологии, будет работать с 9 до 15. Поэтому просьба всех желающих приходить в два центра вакцинации. На Богдана 46, первый этаж, и на Богдана 46/9 в травматологию. Мы вас ждем.